состояние неспокойствия, состояние хаоса. Что бы ты ни делал, все происходит не по-твоему, как бы ты ни старался. Там накал он растет. Чем привлек проект? Ну, безусловно, Борисом Хлебниковым. Невероятный сценарий, такая история вообще на самом деле на грани. Да, история о любви, ну, конечно же. Мне кажется, все истории, они изначально все равно о любви. Я под большим впечатлением от работы с актрисой Анной Михалковой. Не имеешь права! Имеешь право, блядь! Когда, ну, то есть вся команда работает как единое целое, это прям вот это такая вот кусочки магики, ну, которые все любят. Шторм грядет на старт. Киносериал «Шторм» этой осенью. Смотри в видеотеке «Старт» на Картина ТВ.